Так, ребятки, мы снова с вами возрождаемся. Так, вообще игра мне нравится, в принципе, по графике довольно-таки прикольная. Только непонятно, что здесь нужно делать. Ну, понятно, там точки отбирать, защищать там и так далее. Захватить, вот видите, какую-то биолаб, значит, да? Можно как-нибудь... Похоже на Unreal какой-то, не знаю, на Renegade, Command and Conqueror, Interact. Подожди, а, я теперь на машине. Ух ты, ёб твою мать, турбо, все дела. Прикольно, куда надо ехать? Чувствую, что я сейчас доеду, меня там пришлепнут. Ух ты, бля, через деревья, как он ездит. Жалко, что нельзя стрелять с этого. Куда вообще ехать надо, я не помню. Это типа наш купол, да, сюда не пробраться врагам или что? Куда я вообще... Мне кажется, что там проехать нельзя. Черт, дери меня. Не пойму, что вообще здесь происходит. Тут, блядь, ой-ой-ой, тихо-тихо. Надеюсь, я правильно... Да ёб твою мать. Мне сейчас тошнить будет от таких развязок. Здесь тоже есть, типа... все правильно, я ехал. Здесь тоже есть различные отряды. То есть можно, как, допустим, в Battlefield о том же, да? Можно сбивать... Блядь, ну его вон. Нужно сбиваться в отряды. 736 метров, нихера себе. Мне лучше туда пойти. Лучше надо было, наверное, поехать. Непонятно, короче, нифига. Что здесь некоторые кнопки делают? Ну, это летать, я понял. Интересно, с большой высоты разбивается он, игрок, или нет? Ну, дайте убить кого-нибудь, ёб вашу мать. Еще пока непривычно очень стрелять. Вот. Я так понял, что кто стреляет, да, тот сразу отображается на карте. Так, 400 метров до той точки. Нам нужно захватить там, да? Захватить Калтир биолабораторию какую-то. Ну ладно. Блять. Почему именно туда показывается, а не туда? Может, мне надо вообще другую? Мне, походу, надо туда идти, я так понял. Черт. Блин, я не знаю еще, ребятушки, как здесь что происходит, поэтому прошу меня простить. Вот. И поэтому давайте попробуем все-таки добраться до нашей точки и не умереть сразу. Хотя вот уже кто-то по кому-то лупит. Здесь, по-моему, сенс такой быстрый, слишком непривычно очень. Можно... О, гляньте, можно убрать всю эту движуху. Как ее обратно вернуть? Черт. О, вот карта есть у нас, да. Можно убрать все вот эти вот штуки, чтобы было реалистичней стрелять. Интерфейс. Ёб твою мать, что же я так долго бегу? Сейчас меня убьют сразу. Там вот на вышке какие-то подонки сидят. Сейчас они меня завафлят, я чувствую. Блядь, здесь какие-то орудия стоят. Блэкмен какой-то. Давайте попробуем сюда зайти. Мне, конечно, сюда лучше, кажется, не заходить, но... Это что такое? Оно не будет хоть у меня стрелять. Здесь что-то происходит страшное, по-моему. Давайте еще выше заберемся, посмотрим. Блять. Сейчас залезу. Боже мой, где это все происходит? Где моих рубят? Сука. А вот он стоит. Не, это свой. Ёб твою мать. Убили, да? Блять, а куда ты пошел, родной? Можно их еще отмечать, походу. Я так понял. А ну-ка, сюда сможем забраться? Сможем, конечно. Блять, меня так убили просто. Я вот сюда бежал полчаса. Ну ладно, я еще особо не разбираюсь в этом, ребятушки, поэтому...
А, меня с пушкой убили, ну понятно. Конечно, я бы за пушку бы тоже сел. Смущает вот эта загрузка долгая после того, как тебе. Ну как долгая, в принципе, недолгая. Почему у меня режим огня сменился? А. О, это я сам его, походу, сменил. Как быстро добраться, вот я не пойму, туда, куда мне нужно добраться. Почему эти уроды здесь стоят? А, здесь, в принципе, 100 метров. Куда мне дойти? Блять, опять с пушки по нам лупят. А могу, интересно, я пушку раздамажить? Как думаете? У турельки жизни отнимаются? Или нет? А ну, кто там, подонки? Там свои подонки. Жижа, падла, да? Блять, по деревьям лупят. О, наверху стоят три. А есть, действительно, снайперская винтовка. А вон еще один касатик. Короче, его можно отмечать, как и в Battlefield. То есть, когда я его отмечаю, походу, он сразу виден на карте. Я, конечно, не утверждаю, но мне так кажется. Блять, уроды вонючие. Надо под мост постараться забежать. Где вы, подонки? Урюк спрыгнул, да, по-моему? А, вот он, да. Блять, жижа. Сзади. Блять, ну как я его не убил? Он меня мочил, 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 мочил. Как-то первый раз у меня лучше, ребята, получалось играть. Дело в том, что я не так часто умирал. Мне нужна снайперская винтовка. Опять я здесь возродился, ёб твою мать. Не можем их осадить. Блять, прибежать поближе. Вот так, чтобы они меня не смогли снести. Ай, лазерами светят, блять. Где моя жизнь, я не пойму особо так. Непонятно чуть-чуть. Сука. Мочите. Кабачков мочите. Ребята. Не должны они нас крепить так явно. Давайте. О, это мы к ним забежали уже. Блядство. Так, а здесь никуда нельзя. О, откуда-то он вышел. Нет. Опа, он летит еще один. На тебе, подонок. Отсосал немножко. Дело в том, что они. А, снизу пацаны кроют нас. У них какие-то есть приблуды. Видите, какие-то гаджеты есть. Блять, меня все равно убили. Хедшотом меня убили? Или я хедшот сделал? 210. Как они какие-то ставят. Может, я еще не открыл, конечно, какие-то аксессуары вот эти свои. Назовем их так. Блять. Сейчас буду бегать зигзагами, как меня учили. А если вниз туда пойти, как думаете, куда мы попадем? Блять! Там какая-то приблуда бежала за мной. А ну-ка. Вылазь. Нет, не полезешь, ну ладно. Что мне здесь не. Неспокойно как-то. Давайте перезарядимся. У них там респаун или что? Где эти уроды? А ну-ка, давайте зайдем. Ах ты, пидораст. Я его убил, он меня убил? Ух ты, прикольно. И такое даже здесь есть, как в Battlefield прям. Ладно. Я, в принципе, обошел прикольно, но... Блин, как посмотреть свой счет? Ладно, непонятно немножко. Блять, да он же стреляет из кустов. Ну почему только я его вижу, блять, ну пиздец просто, какие дебилы у меня в команде. Я играю первый раз, и то подонка в кустах увидел. Эти твари просто мимо него бегут и не видят ничего. Занятно довольно-таки игра, ребята, бесплатная, по-моему, она не требует подписки PlayStation Plus, да, то есть можно спокойненько себе играть. Припеваючи, скажем так. Ребята хоть знают, что
На тебе, паскуда. Че ты сюда бежишь? У меня 3 звезды, я уже прокачался, дело в том, что... Ох, глянь, у нас тут тасы. Блять, может тут прикрыть сверху? Ведь они сейчас будут и сверху заходить. Ай-яй-яй. Или лучше пойти вниз туда. Они снизу будут бежать. Сейчас мне кто-то сзади ёбнет, я точно знаю. Не мочите меня сзади, пацаны. Братва, не стреляйте друг друга. Сейчас меня опять тут убьют, блядь, где в прошлый раз. Отвечаю. Меня вроде никто не видел. Тихонечко. Ух ты, блядь, это что такое было? Тихо, давайте здесь встанем. И посмотрим, может кого-то сможем усмирить здесь. Так. Сейчас меня, сука, убьют здесь, я вам говорю. Я не ориентируюсь в пространстве. Как он, блядь? Он стоит, тварь. Быстрей, быстрей, быстрей. Тихо. Тихонечко. Забрался к ним на базу и творю хуйню какую-то. Сейчас думаю, они станут злые, придут меня и отладят бандой. Как вы думаете? Имеет место быть такая теория? Чур на перезарядке меня не убивать, подонки. Кто за мной бежит? Нет. Как я тут у них на базе плотно-то засел? Можно как-нибудь здесь, блядь, присесть? Может присесть-то ему? Слышь, ты кабачок! Прекрати. О, вот здесь если стану, мне кажется, будет прикольно. Так. Сейчас меня отсюда снимут к ебаной матери, да? Скорее. Это по мне стреляют? Мне как... Только не... А вот паренек. Вот так вот, подонок ты проклятый. Засел у них на башне. Какой-то транспорт. Транспорт. А вон он, смотрите, в дырочку вижу его. Сейчас он придет и будет меня изничтожить. Не мочите меня, подождите немножко. Сука, посекли меня. Ребята, давайте ко мне, я здесь, мальчики. Та-та. Чё ты там пиздишь? Так, ну я думаю, сейчас мне пора умирать. Они меня спалили. Надо бы по-хорошему уходить отсюда. Мне нравится на одном месте сидеть. Это, конечно, подло, но действенно. У меня закончились патроны, блядь. Сука, козел. Ну, дело в том, что я неплохо выступил. Где я? Блядь, меня тут нету. Я на 33-м месте. Подонок. А что у нас тут вообще можно выставить, ребятушки, блин? Так. А, я могу телепортнуться, что ли? О, сюда можно телепортнуться, да? Ну. Респаун. Не респаунится что-то ничего. Не готов. А что надо нажать, чтобы был готов? Что, кто не готов, блядь? Ворп. Как отсюда выйти?
О, все, не хочу я никуда, отвалить от меня. Как я к ним пробрался, ребятушки? Давайте еще попробуем к ним пробраться. Блять. Почему я одиночными стреляю? Я не хочу одиночными. Почему мне одиночные, блядь? Как одиночные, блядь? Ты ж убирал как-то, подонок. Черт. Ну, одиночные мне вообще не нравятся. Зачем они мне нужны? А, вот. У меня, походу, еще... Я не пойму, в чем загвоздка. Загвоздочка, загвоздка. Ладно, сука. Наших пацанов здесь крепят. Блять, еще ребята заходят. Предлагаю здесь встать и мочмолиться. Сейчас меня опять убьют. Давай, запрыгивай сюда, подонок. Блять, кто там шипит своей вонючей гарнитурой? Я так понимаю, там двери красным закрыты полем энергетическим, туда зайти нельзя, да? Ладно. Сучары. Опа. Ну подожди, дайте убить братика. Козел ебучий, с малосемейки. Бля, чуть-чуть не хватило, патроны кончились. Ёб твою мать, да какой-то меня гуманоид убил, блядь, в маске. Не-не, instant action хочу. Хочу в бой сразу. Ой-ой-ой. Так, все, понял. А что у меня тут вообще есть? Мой этот, можно скиллы качать, да? Я ж ничего не прокачал. Пассивные умения вот здесь есть, ребятушки. Это можно купить. А что это, мана турет? Непонятно пока особо. А есть тайтл? А, это типа можно свою эту... Как меня будут звать-то? Кадет, Грант, Рекрут. Грант. Voice Package, это типа голосовые какие-то эти. Баннеры, а можно типа баннеры купить, как я буду выглядеть, ну типа мой таг, когда я буду убивать ребят. Ладно, давайте это потом посмотрим все. Давайте еще поучаствуем немножко в боях. Вот там я сидел, походу, их дрочил, да? Самое удачное было. Давайте попробуем еще зайти к ним на базу, если это нам удастся, конечно. Курюки вонючие. Идем вниз. Давайте здесь глянем, никто тут не вышел. Они это любят делать. Будем копить на ствол себе. Крутой. Если получится. Блять, они в прошлый раз меня здесь посекли. Я, походу, мог сюда прям забежать сразу, да? Так, свои. Отойди, отойди, братик. Блять. Как братик пробежал мимо этого урода, я не пойму. Пацан. Блять, козел, иди сюда. Подожди, не выходи, да я перезаряжусь. Потом выходи. Все, выходи. Вот так вот. Так, смотрим, где они тут на вышках, да? Могут. Где этот подонок? Непривычно, конечно, здесь их видеть. В принципе, можно выше забраться, да, я так понимаю? Подонки! Алкозельцер! Получишь, блядь. И сразу меня пацаны порешали. Но тем не менее я... Ой. Сервис Рибон, окей. Какую-то нашивку нам дали или что? Давайте посмотрим, что у нас еще. Депот, это... Что такое депот? Так, это Member Squad. Что-то какие-то скидки показывают, шмотки. Это нам не сильно интересно. Всякие банды можно покупать, наборы, да? Вот наш инвентарь. Здесь мы можем jump set. Это у нас типа мы прыгаем высоко, да?
А это что будет? Это повышает. А, это повышает вместимость. Ну, давайте купим. Можем купить? Или не можем? Не знаю. Не понимаю пока, что здесь происходит. Так, смотрите, у нас есть шлем, да, у нас нет этого. Надо же прикупить себе нормальную броню. Драконовая. Композитная броня. В смысле, 250 у нас 294. А, надо BC какие-то, сука. У нас BC этого нету. Дело в том, что... А здесь что у нас? Камуфляж, типа, да. А вот здесь что за нашивочка? Как, кстати, ножом бить? Я ножом еще не это. Гранд. Что-то я не вижу, что меняется, если честно. Какие-то нашивки. Что у нас за нож? Давайте посмотрим, как им бить, скорее всего. О, ляньте у нас. Можно такой тесачок купить, серьезный. Может, вместимость магазина купить. Хотя, в принципе... А, у нас разные еще орудия есть, вы поняли? Так. А, вот ножом бить. Ну, как обычно в таких играх. Ладно. Ну, в принципе, мне больше нравится. Довольно-таки игрушка неплохая на самом деле. Давайте последний раз просочимся к ним, если получится. И я думаю, на этом наш первый взгляд на игру PlanetSide 2 на PlayStation 4 можно считать законченным. Пиздючки. Я иду к вам уже, ребятушки. Так, там наши пацаны, да, уже атакуют. Сейчас будем просачиваться, значит. Надеюсь, никто тут не убьет. Не убивайте меня. Я хороший парень. Так, зря я тут киксую, наверное. Меня не стрелять. В меня не стрелять. Что тут за дерьмо стоит оружейное? Блять, умирать! Я ушел, воп-воп, я ушел. Так, я залетел наверх. Теперь здесь можно немножко покрысятничать. Вот этот чувак, он тоже сидит и крысятничает. Мудак ссаный. О, братик, ты стал там, где надо. Я просто тебя замочмалил. Я пока только учусь, я нуб в этой игре, поэтому я думаю, можно и посидеть как крыса. Потому что я еще ничего не умею, ничего не знаю, поэтому мне, так сказать, небольшие поблажечки должны даваться. Где Крепилова? Медик! Блять. О, вот еще малек. Убиваем малька. Блять. Я застрял, сейчас меня убьют. Убиваем еще одного малька. Мне нравится это место. Как я его тут нашел? Мне нравится, что здесь есть встроенный джетпак. Кстати, гляньте, здесь я могу присесть. Я... Козел ебучий, а ну иди сюда, подонок. Я как бы закрываюсь с той стороны и могу здесь присесть и спокойно снова расстреливать. Ребята... О, идет, смотрите. Блять, стал там, где я его не могу достать. Выходи, красавчик, сюда. Сейчас, в принципе, сюда кто-то может залететь и меня ебануть, пока я здесь присел. Я могу, конечно, перелететь, но... Мне кажется, это не резонно. Кто это стреляет? И откуда? О, а ну-ка тихо, что там происходит? Откуда наших лупят? Ты, мудак! Умирай, падла! Я не понял, в чем здесь дело, блядь. Кстати, тут же не показывается, да, откуда тебя убили? То есть они, походу, особо и не поняли. Или показываются, я не знаю. Сейчас они сюда залезут. Я могу еще выше к ним залететь? Я думаю, что не хватит мне джетпака, чтобы...
Ля, они, сука, стреляют по нашим пацанам. Гляньте, мы захватили. Походу, эти терминалы можно под себя, что ли, подминать? Да? Посижу пока, поизучаю карту здесь. Скажем так. О! Блять, а ну-ка, иди сюда. Козел ебучий, замочил меня. Снайпера не надо, ребята, снайпера. Ой-ой-ой, 755. Ну что ж, ребятки, я думаю, пока на этом закончим. Можно еще в менюшку заглянуть, что там у нас еще есть. Вот можно машины всякие смотреть, да? То есть, что у нас тут закрыто? Primary weapon. А, это можно типа, ух ты, можно на аппарат повесить, короче, оружие. Это прикольно. Самолеты даже есть. Но самолет у меня пока закрыты. Видимо, с какого-то уровня они станут недоступны. Skills. Я что-то не могу скиллзы поменять свои. Можно купить ускорители для опыта, я думаю, да? Денег и всего такого. Пассивные умения. Что это такое вообще? Mana Turret Trage. Все для машин. Это мне не особо не нравится. Ammunition Package. Для инженера. Ладно, я думаю, пока мы еще с вами изучим различные штуки. Давайте еще разок сходим к ребятам на базу. Я что-то подзапутался. А, ну все, мы эту базу походу захватили, да? Все наше. Угу. А там еще А. Почему А красным горит? Это ее типа захватывают. Значит, мы идем на А. Надеюсь, можно так идти прямиком. Здесь же все наше, по идее. По идее, конечно. А там... А, все, захватили, мы отбили всех подонков. Откуда стреляют? А он там где-то нарисован, подонок. Вот он где, сука, стой, кабачок. Думаешь, я тебя не видел? Давай, 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 запрыгивай. Так, можно стать здесь, покараулить. Сейчас наберется наш джетпакиус. И можно тогда... Блять, как он быстро... Кто тут наших атакует? Опа, пацаны приехали. Сканати. Интересно, я ему жизнь отнимаю, когда стреляю? Сейчас его взорвут. А ну-ка. Блять, ну это не я его взорвал, конечно, потому что жизнь у него, скорее всего, не отнимаются обычным орудием. А эту пушку можно как-нибудь вылечить, как думаете? А, нас... О, можно, да, в нее теперь сесть. Оптику использовать можно. Не, не хочу здесь сидеть. Мне это не нравится. А, то чувак лечил, походу, ее. Могу в самолет сесть, да, я так думаю. А, пока не могу, уровень не позволяет. Он какие-то пидорасты сюда летят. Захватывай точку С, да? Что ли? Или это мы захватываем? А лично, если я упаду, я разобьюсь, как думаете, ребятушки? Опа, вижу, подонка. Давайте проверим, разобьюсь или нет. Блять, разобьюсь. Ах ты тварь, замочил меня. Ну все, ребята, на этом, думаю, пока и закончим. Всем спасибо за внимание, с вами был Андрей. Я думаю, еще позаписываем с вами обязательно Planet Side 2. Всем пока.